Символы Оренбуржья могут появиться на новых банкнотах Центробанка. В будущем году там выпустят купюры номиналом 2200 рублей. Знаковые для страны места на новых купюрах россияне смогут выбрать сами. Для этого у них есть возможность поучаствовать в специальном конкурсе на портале твояроссия.рф. Голосование пройдет в три этапа. До 28 июля будет сформирован расширенный список территорий и относящихся к ним знаковых мест. Каждый участник имеет право предложить один географический объект и не более 4 ассоциированных с ним символов. Затем они могут появиться на интерактивной карте при наборе не менее 5000 голосов пользователей. Финальный этап голосования по выбору двух территорий пройдет с 5 сентября по 5 октября, а окончательных победителей конкурса объявят 7 октября. Ну и какой символ Оренбуржья вы бы хотели видеть на банкноте? Сегодня мы спросили мнение горожан. Я считаю, достойно наше здание библиотеки, наш мост через Урал. Никольский собор нужно. Главное, что не забыть просто людей еще, кого-то, рабочих. Ведь тоже символ. Памятник Гагарина можно. Чкалову. Памятник Чкалову, конечно же. Тем более наш город раньше носил такое название. Наверное, Гагарина можно. Потому что это лучший памятник Гагарину вообще в стране.